Йо, всем привет, с вами Енот, с вами Сайнхау. Играй в машинку. А где она? Все, доигрались. Ха! Чем я занимаюсь, я не знаю, но мне хочется ее сломать. Все, нормально. Так, задание у нас дофига. Пройти программу обучения. Так, Мэтт сказал мне, что хочет организовать для тебя дополнительные тренировки. О, мало чего он хочет. Хотя после того, что у нас с Мэттом было... Ладно. Придется его послушать. Все-таки не чужие уже люди. А! Стой, не рассчитал. Лететь далеко. Это взломано. Молния. Неужели она молния или что? Нет, молния где-то здесь. А молния это что у нас? Бойцовский клуб. А, вспомнил. Босс против Джулиус. Ну, серебро я точно набью. Нет оружия. Let's go! That guy skipped combat training. Почему я не могу их оружие забрать? Это напрягает. Какой страшный женщин. Фига себе. Давай. Молодцы, собрались в кучку. Да ладно, как я так промахиваюсь? Хо! Красиво! Ты могёшь добивание? Ну, слушайте, супер! Это прям дерзко, я не знал даже. Жесть! Второй пройден! Так, кто еще? Так, кто еще есть? На, вот это добивание. Йо, покорю. Мне нравится, как это добивает. Серию без 6. А что не делать-то надо? Дагит-то все равно. А, нужно здесь продержаться. Понял. Давай. Мать моя. Но это сложно. Давай. Готово. Ой. Они не дают мне жить. Давай. Нет, золота не будет. И серебра не будет, и всего остального не будет. Давай. Ах ты ж. На, не добил. Бронзу бы надеть. Фига себе лупят.
Давай, на. Julius Little has been defeated. Все, Джулиуса нету. Ему явно больно. Can the challenger take the heat? Конечно, мог побыстрее, да. Но я не сразу сообразил, что надо стоять. Ну, на ошибках учатся, как говорят. Блин, буквально чуть-чуть не хватило, чтобы золото остался лосом. Второй бонус 25%. Я все круче. Я просто не могу... Какой я крутой. Так, где там квест? Туда. Па-па-па-па-па-па-па-па-па, вот здесь что-то есть. Ну, ничего полезного, если честно. Летим. О, за робота что-то есть, офигеть. Так, блин, опять молния, кого-то еще убить надо. О, статуя. Куда там, куда, где? С кем подраться еще мне? Кого мне надо вынести? Нормально. А ты кто? Джуничи. Супер мощный Fight Club. Я буду наверху. Ха. Да-да. Мне нравится выбивание. Давай. Так, господи, ты попади сюда. Защищайте. Да легко. На чё вы вообще рассчитываете? Смотри, ба! Второй готов. Но это было попроще, чем отбиваться тот. Возможно, надо было как-то мячиком всех ловить. Чё? На! Добивай её красиво! Ты чё не умерла? Красиво её прям вообще по-жёсткому. Она не умирает ещё. Вы видели, её избивают, я хыбыхаю. И сейчас теперь должен быть главный. Альфач. Вот он. А на него это не работает, да? Джуничи. Ну, добивает он одинаково. Но этот бой был попроще, если честно. На. Все. Золото. 15 секунд и еще бы не успел. Ништяк. Давай. Хвали меня, да. Вот так вот я мощный. Просто всему прям радуюсь. Да. Так, что у нас дальше есть? Блин, опять на корабль. Пока что все. Возвращайся, хочу лично обо всем поговорить.
Бум. А, туда? Ну ладно. Потом цепану когда-нибудь. Даже не могу вечно цеплять все это. Так, а здесь-то где? Он висит. Давай, падай. Да ладно, не упал. Сейчас уйду, сейчас. Ну, пойдет. Пардон. Так, идем теперь сюда. Дзинки наверняка вне себя. Как приятно это знать. Теперь сдерживаться не надо. Возвращайся, и я дам тебе еще. Вот да, она просто счастлива. Оружие, пулемет, робота-убийца. А, ну ладно. Так, по деньгам у меня пока не хватает. На улучшение только предметы для настройки. А, бонусы чё? Обмен опыта. Не хватает чуть-чуть совсем. Ладно. Блин, здесь один висит, я не знаю где, ну ладно. Потом когда-нибудь разберемся. Господи, смотрите, они не кончаются. Побочка вообще жесть. Пати, девичник. Ну пошли разбираться. Что делать? Раз они не могут, разберемся сами мы. Так, где квест? Вот он. Весь город принадлежит нам. Босс, мне нужна помощь. Шанди, ты как? Кензи сказала мне, что видела в твоей симуляции сына ветерана. Как ни странно, меня это беспокоит. Насчет сына ветерана? Не хочу, чтобы его снова... он снова явился и пытался меня убить. И снова. Черт, ты знаешь, о чем я. Давай, помоги мне. Ну давай, разберемся. Сын ветерана готовится выступить на концерте в парке в качестве диджея. Меньше всего мне нужно, чтобы он открыл магазин и снова пришел со мной. Успокоиться. Это займет одну секунду. Мы должны хоть что-нибудь получить за убийство этого мешка дерьма. В городе сейчас бардак. Мы ворвемся внутрь, прикончим всех и заберем их вещички. Поверь мне, эти инопланетяне... А, это инопланетянам что-то там, не понял. Сделать сильнее, че? Ладно, Шанди, мы сперва... Так, стоп, чего ты этот торчка слушаешь? Здесь сын ветерана, а ты будешь ее наркомана поправлять? Эй, я просто пытаюсь обеспечить нам преимущество. Отступнитесь оба, сын ветерана никуда не пойдет, а помочь юной Шанди первой не помешает. Если она говорит, что это нам поможет. Так, давайте попытаемся. Спасибо. Только попробуйте называть меня стариной Шанди. Старая Шанди, я тебя застрелю. Вы знаете, старая Шаунди намного привлекательнее, чем молодая Шаунди. Пошли. Догоняйте! Это то место, ладно, надо убить охрану. Все, охраны нет. Клянусь, если нас убьют до того, как мы доберемся до основы тирана, я тебя прикончу. Что именно нужно сделать? Какой-то инопланетный наркотик, типа усиливать способности и так далее. Нет, нет, я хочу стандартное оружие. Я не ладно. Не забудьте забрать у торговца пакет. Ладно, попробуем. Как интересно. О боже, что интересно? Не то, что-то... Да, я ничего не чувствую. Яшкин кот, да это фуфло в порядке. Или может он не делает, как я говорю. Эй, предполагается, что я в этом разбираюсь. Так что вот, не переживайте. Хорошо, сейчас мы снова попробуем этот план, а потом... Идем помогать Шаунди. Ну, ты поняла. Меня это устраивает, мои источники. Парни, которым следует доверять. Я ненавижу себя. Ты слишком нервничаешь. А пытаюсь навсегда избавиться от наших бывших. Почему ты это не ценишь? Даже, ребята, я хочу улучшить.
Конечно, его. Черный оникс, стандарт, хромированный. Нет, достаточно нет. Пистолет драка. Тигрова. Вот это было прикольно. Нет, я хочу стандарт. Так, давай сюда. Сюда. Скорострельность. А раньше он хоть внешний вид менял. Ну, хоть чуть-чуть сильнее его сделаем. А то что-то вроде есть оружие, как-то и не пользуюсь, как-то обидно. Будем грабить. Сейчас ее грабим. Ха! Летите, ребята. Так, нужно убить еще кого-то. Я всегда готов убить. Мы для этого и рождены были. Я вижу их. Вот у них. А чё вы живы-то, я не понял. Девочки, нас стреляли, нас поджигали, нас сбивали машинами, а теперь нас похитили на плазяне. Когда-нибудь нас уже остановят? Когда-нибудь нас уже не остановят? Блин, ладно. Почему нас жалко, что нас уже никогда не остановят? Похоже, это нам и нужно. Какие-то лампочки. Кто-нибудь еще что-нибудь чувствует? Нет? Может, надо подождать минутку? Я так и знал, что они сработают. Пошли. Пора заняться сыном ветерана. Я человек слова. Пошли. Не понимаю. Вот, стоп, вот черт. Мои силы кажутся безграничными. Ну и забористая дрянь. Что это еще, черт возьми? Что случилось? Не знаю, просто чувствую силу. А, ты давно не курила дурь, да? Нет, она и правда. Она правда, я тоже это чувствую. Словно мышцы сейчас лопнут. Фига себе, у нас есть суперсила. Я знаю. Я говорю тебе, я знаю, что делаю. Стой, так вы поладили? Ну, она наконец-то смягчилась. Наконец-то тебе пришло в голову хорошая мысль. Спорим, я быстрее тебя. Это абсолютно невозможно. Шаунди, я думаю, нам нужен... О, а ты в игре, а ты не сможешь меня обогнать. Идут за обеими Шаунди. Держитесь. Ладно, пошли. Вау, какие галюники. Ё-моё, что это было? Что происходит? Пошли, 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 черт, туда. Куда? Черт, а меня прет. Шаунди, вперед. Она прям горит. Ну давай же, тормоз. Эй, да я вас обгоняю по три раза. 63, я тебя тоже обогнал. И это обогнал. Ха-ха-ха. Чем дело? Слишком много дыма? Давай, куда? Куда? Я теряю. Дайте мне точку добежать. Чё я за вами следовать должен? Да быстрее тебя, смирись. Господи, что с вами? Ха-ха, прикольные глаза. Можешь дурака валять, оба. Я победила. Нет, я всегда была здесь. Шаунди! Отлично, тогда мы будем драться. Ну давай. Уф, больно. Ага, помните мне. Ладно. Все, летим. Я иду разбираться, а вы там делайте, что хотите. Прекрасно, идем дальше. Не. Еще один где-то остался. Где еще один? Он внутри.
Why? Look around. А, вот оно. No. Hold on, are you tripping? Просто ты отключишься от чистой легкий бес. Это просто кучка студентов, босс. Ни одной вонючей пурпурной задницы. Проклятие. Твоя толпа не очень помогла. Наверное, тебе стоило нанять нормальных людей. Не переживайте, толпа просто должна была смягчить все. Что за хрень? А чё вас так много-то? Ай-яй-яй-яй-яй. А чё вы не умираете-то? Или умираете, просто я не вижу. How'd you figure that out? I've gotten better with tech. Even picked up a few tricks from Kinsey. Damn, I thought I was good with a computer, but that's impressive. I am you, remember? That's right. Знаете, могу убить, убью так. А вы издеваетесь. Почему вы не взрываетесь? Умер, не умер? Нет, не хочет умирать. Но потихоньку не кончается все равно. Как ни старайся, они все равно должны помереть. На ему еще раз. Что, они стали бессмертными еще? These guys have shields now. Теперь щиты, да я сам вижу. Что, неприятно-то сделать? Минус. А давай-ка сразимся. Че, неприятно, неприятно, да, неприятно вообще, скажи же. Остался один. Остался? Нет, один. Не, что ты сделала? Поменять помповый дробовик на полуавтоматический. Как его убить? Ага. Похоже, ты остался один сын ветерана. И деваться тебе некуда. Какого? Слезай, это что ты делаешь? Кто будет жить, а кто умрет? Блин. Ого. Ну, я говорил же, это круто. Ага. Да, нормально. Вообще круто. И чё, всё? Ладно, допустим, им дали силу, а мне-то чё, я и без них был сильный. Так, что у нас есть? Есть полный банк. Хорошо. Дальше у нас есть бонус. 49 надо, да? 39, классно. Все, и больше не здесь улучшать ничего. Супер. Так, переходим в задание. Они все равно... Офигеть. Тут они... Спасти того. Встретить забавную Шаунди на корабле. Эй, я на корабле, поговори со мной. Окей. А черт. Опа. Пойдем на корабль. Суперпот. Суперпот создает мощную ударную волну, которая наносит огромный урон. Что?
еще за суперпод? Слушай, мне нужно доказать другой себе, что я не только звезда вечеринок, поэтому я приготовила список вещей, которые пригодятся. Звучит неплохо. И что дальше? Встретить забавную Шаунди на корабле. Буду откровенен, спасибо за помощь, но жизнь симуляции от этого лучше не стала. Другое дело, если бы тут перебрались немного. Но видите, не зря все это сделали. Допустим. А? Топот гравитация. Да без разницы вообще. Улучшение. Больше делать нечего. Улучшение. Нет улучшений. Максимум все. Видите, просто максимум. Ну некуда мне, некуда. Все, что можно. Ладно, главное, что мы выполнили задание. Взломать какой-то магазин. Так, и где он? Он вот тут. Ну, пойдем с нижней стороны, чтобы в случае чего цепануть что-нибудь. Почему этот район не наш? Вот. Что мешает? Опа. Давай. Дофига всего. Подарочки, что это? Что за подарочки вот эти? Что это? Что вот это за задание? Новогодняя, которая раскидывает подарки, летай. А. Еще. Да лети. What's your best score? No, this isn't about me. Besides, I've had many, many years of experience. А вы запарили меня. Блин, я-то думал, что это нормально будет, а здесь просто эти. Да-да-да-да, рассказывай мне тут, рассказывай. Да. Бронза есть. Все менты гоняют кого-то. Люди не знают, что это карантин. Всем лишь бы день походить. Да, мне тоже самому хочется, но блин, что делать? Хочется сидеть. Давай. Все. Что дальше? У меня очки кончились. То есть за них тоже дают деньги. Ну это так чисто. Все, золото. Что дальше? Мне больше ничего не нужно. Ой, я не могу взлететь. У меня золото, золото, золото. 35 секунд еще, господи. Как-то долго. А ну стоять. Все, наконец-то, я думал, он не закончит. Ну так, ладно, сделали так сделали. Опыт растет, все растет, классно. Мы станем просто могучими, просто нереально крутыми.
Так, куда там дальше? О, есть еще разлом по пути. Побегать придется, ну ладно. Ой, компьютер какой-то. Но компьютер, кажется, просто ноуты собираем. О, мячики. Да ладно. Куда дальше? Давай. Что только не выдумать. Нет! Нет! На, спасибо. Хорошо. В этой игре еще самое классное, не надо заново проходить, набивать себе там 5 звезд. Ты вот прошел, и все, и она тебя больше не трогает. Если бы игра дальше продолжала требовать меня, чтобы я там набивал до золота, я бы этим бы и занимался. Сказал, ребята, извините. Но мне тупо вломы. Кто еще? Где? Чёрт, всё мимо. А времени у меня тут нету, да? Чёрт, всё зависит от того, как я так попаду. Плохо, ой. Долго может это быть. Еще парочка осталось. Давай. Ну, с другой стороны, когда мини-игры есть, это хорошо, потому что они позволяют играть дольше. Наслаждаться игрой. Ну, давай, остался чуть-чуть. Я ж ловил. Ну давай, давай, лети сюда, лети. Собаки, да? Как лупят. Давай! Покажи, что ты можешь. Куда еще? А, все? Я думаю, это все равно рано или поздно пришлось мне сломать. Не знаю, как насколько поздно, но лучше поздно, сейчас, чем потом, когда. Так, здесь где-то компьютер. Ладно. Найдено два. О, взлом. Я же говорю, надо было взломать. Чем больше мы взломаем, тем потом проще нам. Блин, меня бьют. Сюда, допустим, сюда. Сюда, сюда, сюда. Даже не знаю. Пока сюда. Сюда.
сюда. Сюда. Сюда. Сюда. Сюда. Сюда. Все, идеально. Кто меня там бил? Не знаю. Кто-то бил. Это было обидно. Что теперь? Встретить в раунде на корабле. Так, господи. Nice job cleaning up the place. Хорошая работа, да, знаю. I really appreciate it. I got one more thing when you have time. У меня всегда хорошая работа. Редко кто жалуется. Так. Это телепатия этих, да? А, ну давайте, по пути же на корабль. О, вот он. Бежим, 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 бежим. Так, господи, дайте мне взять его. Да ёж твою за ногу. Бежим, 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 бежим. А, в принципе, и так можно добивать. Интересный подход. Слушайте, а это изи был? Это были легкие деньги. Еще сразу не догадал. Берешь мячик и бегаешь с ним. Ага, наверное, в состязаниях также можно. Ну ладно, зато мы и открыли новую способность. Как это можно все сделать по-хитрому. Так, мне туда. Так. Сосиска танцует. Прости, сосиска, но ты не вовремя танцевал. Не там. Что? Дверь какая-то новая? О, прикольно. То есть Шаунди первая, это молодая, это симуляция тупо. Знаешь, что-то погулять захотелось. Ты как? Что у тебя на уме? Прикид костюм забавной Шаунди. Все, да. Задание. Встретить забавную Шаунди на корабле. Ну ладно. Круто, босс. Клево было снова с тобой затусить. А еще я помогла сражаться с дзиньками. Нам обоим выгодно. Усыхание. Ваши враги будут сжиматься от ужаса. Усыхание. Да, я сейчас сам усусь. Встретитесь в Шаунди на корабле. Ну, давай тоже. Раз у нас так все совпало, что сделаем. Да-да, отлично, отлично, все дела. Нам надо побыстрее провернуть план. Разозлить Зиньков и убить его. У меня осталось для тебя одно задание, и тогда ты все сделаешь. Я успокоюсь. Успокойся, я уже иду. О, гипертранспорт. Что у него за задание? Исследовать разлом. Но это уже будет в следующей серии. Сейчас я сделаю финальное.
Аккорды, так, секунду. 4. Улучшить элемент усыхания. Это без разницы. Телекинез. Усиление. Тут мне качать нечего. Неограниченная выносливость. Летайте сколько душе угодно. 350. И вот скоро я этого добьюсь, видите. Скоро я дойду до того, что мне тупо будет барбер на все. Тут, к сожалению, ничего не могу сделать. Бой должен быть. Вон, я видел. Ха! Шахмат. Раз зачем мне носить припасов больше, я не знаю. Ну да ладно, раз они предлагают, то чем бы нет. Во! Я же его искал в прошлый раз, не было. Черт. Ну вот и ладненько. Остается вот это прокачать и все. Транспортные средства максимум. И вот так вот. Вот видите, хорошо идем. Вот такие вот мы становимся сильными. Ну что ж, всем хорошего настроения, всем до следующей серии, всем пока.